Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы, так сказать, удостоверимся в том, что у нас происходит с АФК-фармом, как это было на примере торговли, на примере майнинга, на примере пассажиров Рабига, чтобы было понятно, реально ли на этом фармить в Одиссее, друзья. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, осмя контент. Поехали. Для тех, кто не смотрел тот гайд, я его, естественно, в описании кину, но и некоторые моменты тут проговорю. Такой момент, нам нужен корабль довольно мощный на счетах интересных, но это потом... Прежде чем лететь куда-либо, возьмите, блин, задание. Да, нам нужно задание миссии крыла, потому что он держится очень долго и по доставке. И берем, ну, энное количество. И кидаем потом в корабль. Ну, я все подробно покажу, почему именно с миссии, а не с... Как это... Не покупаем на станции, потому что то, что куплено, пираты могут вытащить, а то, что у нас с миссии, не могут. Ладно, вылетаем в систему на Галин уже с грузом. И где-то рядом с ней ищем большую станцию. Я вот не помню, но она где-то здесь должна быть. Точно вот не помню где. Короче, как прилечу, скажу. Не, ну конечно, прежде чем искать большую станцию для вызова каттера Type 9, ой, извините, Type 10, анаконды, ребят, нужно взять задание. Конечно, если у вас есть флотоносец, просто прыгайте в эту систему, летите на Хикэм Сурвере, берете задание миссии крыла, там по 50 миллионов, по 40. И пересаживайтесь на каттер и летите делать, но у меня флотоносца нету, к сожалению, все никак не разжился, нет времени на фарм, даже на АФК фарм, потому что вечные записи, вечные дела, я думаю, вы понимаете. В общем, летим брать миссии. Сейчас посмотрим, что там по заданиям, если честно, мне самому интересно, ибо, может быть, что-то поменялось. Так, заходим в панель миссии, нам нужны, ну, такие, естественно, бои. Так, избавьтесь, это пираты. Так, 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 так. Что-то как-то скудненько в плане денежек. 30 миллионов это мало. Давайте-ка возьмем. Давайте-ка еще возьмем. Вообще должны быть миссии по 50. Хм. Мы можем подождать, конечно. Ну вот еще 30. 34 есть. Если задание на уничтожение одно... Короче, смотрите, есть там несколько фракций, которые дают задания. Если задание от разных фракций на одних и тех же пиратов, то они суммируются. Так, вот еще 34 я вижу. Так, 14, 9, 25. Так, ну это вообще 50 миллионов, это другая история. Так, 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 так. Вот еще за 34. В общем, давайте-ка подождем все же некоторое время, ибо... Каждые 5 минут все это дело обновляется. Набрали мы всего лишь сколько? Раз, два, три, четыре, пять. А, там показано 6. Всего можно 24, а раньше вроде можно было 20. Неплохо. Ладно, подождем чутка. А пока ждем, давайте сделаем полезное. Мы сейчас слетаем и найдем ближайшую большую станцию. Если не ошибаюсь, она находилась здесь прям совсем где-то рядышком. Вроде даже здесь. Нет-нет-нет-нет-нет, где-то рядом она точно была, 100%. Воспользоваться ЕДБ, что ли, на землю полететь? Давайте-ка еще посмотрим. Да, выйдет, ё-моё. Так-так-так-так-так, карта галактики снова. Я говорю, карта галактики. Господи, как же игра лагает, пипец. Ой, ладно, пусть разлагает. А я все правильно изначально показывал, просто станцию не заметил. Хип 1-1-2-4-1, тут есть большая станция, летим туда, заказываем каттер, потом летим обратно, добираем миссии, потом летим обратно за каттером, и оттуда в Майнае, и будем разбираться, смотреть, что как по деньгам. Да. Ну и по фарм, по заработку. Ну, вы, в общем, поняли. Дел много. Ну, собственно, заказываем сюда корабль. Правда, не знаю, сколько он сюда будет ехать, надеюсь, недолго. Вроде не супер большое расстояние. Так, управление кораблями. И где мой... А где мой каттер? А, все вижу. Ой, 48 минут, нормально. Успею в магазин сходить и собак выгулять, пока он с собой будет тащиться. Давай-ка переместить корабль в эту точку. Да, конечно. 8 миллионов, охренеть. Ну, так бы и было, но... В магаз я не пойду. Мне нужно еще набрать заданий. Дофига. Ох-ох-ох, панель миссий. Как раз таки время прошло уже так нормально, пока я туда-сюда летал. Правда, хоть один прыжок, но все же.
И смотрим. 17, 11, 21, 12, 30. Берем. Блин, я сейчас пойду пересмотрю свое видео про АФК-фарм. Потому что мне помнится, там было по 50 миллионов, но мало ли, что-то я перепутал. А там, в принципе, ну, в этом же районе так и было. И, ребята, смотрите внимательно, нам нужны пираты из фракции. Именно пираты, а не активисты. Такое может быть тоже, что вы пойдете на активистов. Ну, это так, на всякий случай обговариваю некоторые моменты. А вот все, теперь я выгуливаю собак и ждать прилета катера. Так вот, подлетаем к этой планетке. Мейнани 5. Немножко перелетел, но не суть. Здесь нам нужна зона добычи низкая. Именно, друзья, низкая, чтобы полиция нам помогала, но я думаю, вы в курсе. Это вот эта вот планета, если что, сейчас покажу вам на карте системы. Вот это вот. Летим туда. В общем, подлетаем. Естественно, показываю все через Одиссею. Зашел в соло на всякий случай, потому что корабль нам оставлять на очень и очень долго. И кто-то там мне на хвосте хочет перехватить. Вот только сейчас вот не надо, да? Какая-то непись. Ну, давай-ка. Ну и летим примерно к этой точке. Можно еще взять с собой истребитель, если хотите. Я его взял на всякий случай, поскольку низкое, по идее, он должен выжить. Ну и останавливаем корабль. Можно, конечно, слегка сделать так, чтобы он вращался. Но я не буду этого делать. Просто пока он будет стоять, я буду заниматься другими делами, поэтому не получится. Опа, анакондочка. Это, кажется, он и есть, да? Наверное, да. С миссии-то. А, нет. Ну да ладно. В общем, просто стоим, просто ждем, посмотрим, что у нас будет через часик. То есть сейчас получается, ну вот, 20.00 по времени элиты. Я вернусь к вам, естественно, в 21.00 по времени элитки. В общем, я пошел. А корабль оставляю. Возможно, конечно, лучше Type 10 использовать, у него более как-то рационально раскиданы пушки, но все же. Пусть будет катер, у меня тут 5000 щита, если не ошибаюсь, сейчас затем покажу характеристики. Ну да, 4780 с высокими резистами, довольно неплохо огневые группы, естественно, все пульсирующие лазеры с дальним боем, должно быть все хорошо. Ну вот, меня уже тут лупит там заинтересованный. Фердиланс, нифига себе. Мы так не слабо можем подняться в плане денежек. И не забывайте такой момент еще, друзья. То, что чем у вас выше уровень вашего ранга боевого, тем, собственно, и выше шанс то, что у вас будут жесткие противники. И это в данном случае хорошо. Учитывая то, что мы в низком, они не такие сильные, нам помогает полиция. Часа еще не прошло, конечно, но все же, ребята, тут смотрите, что. Тут одновременно две конды на меня налетели. Довольно неплохо. И вроде даже ковыряются. Только что-то, блин, истребитель стоит на месте. Или он же загасил? А, загасил. О, давайте-ка поставим вот так. Может, по умолчанию он будет лучше работать. Да, ставьте по умолчанию. И не забывайте такой момент, чтобы у вас турели были в определенном режиме. Что я имею в виду? Произвольная стрельба. И по-другому иначе не будет стрелять. Ну, в общем, ждем дальше, что как будет. Как видите, постреливают, если в зоне досягаемости. Ну, в общем, час прошел, и сейчас как-то вот назло налетело много кораблей, как вы видели, было две конды подряд, потом еще конда ганшип, сейчас еще конда, еще кто-то меня сканирует, 4 на 59%, но это не страшно на самом деле. Там потихонечку его ковыряет истребитель, но давайте-ка пока что в плане денежек за это время. Ну вот, еще один баян налетает на меня, ну, в общем, забавно довольно. Чем дольше стою, тем, по идее, поинтереснее. Первые полчаса было довольно тихо, а вот сейчас уже прям вот так нормально пошло. Ну и щиты, как вы видите, у меня выдерживают, так что нормально. Давайте смотреть по транзакциям. Что у нас? 9 миллионов на ваучерах. И давайте по заданиям. Начнем с конца. Они как-то с конца регистрируются, судя по всему. Здесь у нас 20 и 63. Ох ты, слетело. 20 и 63. 0. 0. 0. Опять 0. Также 0. 0.
0 0 0 0 0. Да что ж ты все слетаешь-то, господи. Идем сверху. 0 0 20 и 72. Ну а дальше, если верно помню, все по нулям. Как-то так. Можно еще, конечно, часик поставить по приколу. Но мне как бы еще видос замонтировать надо бы. Ну и радует одно то, что истребитель там ковыряется за меня. В общем, наверное, еще постою. Но не факт. Просто еще все монтировать надо и так далее. А время у меня уже 12 ночи. Ну вот сейчас одного кораблика я вынес. И тут еще питон. И ганшип. И вот сейчас еще был вроде бы... Не знаю кто, но прям что-то как-то... Много противников, вы как можете заметить, щиты держатся ниже 50, они еще вроде не падали. И немножко прилетело моему истребителю, но он держится. Ну, я думаю, мы доведем то, что не час, а 2 часа. Мне просто уже реально интересно. И очень интересно касательно щитов. Ну, вот как бы то, что я вам и говорил. Ребят, очень часто появляется анаконда с кем-то вместе, и это прям тяжко. И учитывая расположение вооружения каттера, блин, лучше, наверное, Type 10. Но прикол в том, что у меня не полностью еще заинженеренные усилители щита. То есть они в четверку, даже без экспериментального эффекта, но я это продемонстрирую позже. Так что, в принципе, довольно неплохо, но к циферкам в плане денежек мы перейдем, естественно, попозже. Ребят, ну это прям жопа в плане противников. Тут у нас и анаконда, и питон, и... А, господи, откуда ты вообще взялся? И еще Diamondback, будь он не ладен. Господи. Че с щитами? Щиты ниже 50 упали в первый раз, ребята. Но я напоминаю то, что у меня не полностью прокачанные усилки. И да, все лагает. Я в Одиссее. Это мрак какой-то. Давайте сейчас покажу свои усилки. Смотрите. Здесь у нас вот так вот. Надежный усилитель, суперконденсатор. И здесь у нас вот так вот. Тоже все хорошо. Здесь у нас вот так вот тоже все хорошо. Здесь у нас вот так вот тоже все хорошо. А дальше все плохо. Дальше у нас... Че? А, ну вот, да, 4. 4. 4. Стоп, я не понял. Что-то не то. Подождите, я не совсем понимаю. Надежный усилитель, раз. Надежный усилитель 2. Надежный усилитель 3. Надежный усилитель 4. Я где-то пролюбился. Нет, не пролюбился, просто они как-то стоят странно. В общем, вы поняли, у меня немножечко плохие, так сказать, усилители щита касательно резистов. Именно... на щиты, поэтому должно быть лучше. Но вы видели, сколько сейчас было народу, и при этом 33%. И в принципе такое уже было вне записи, естественно, и спокойно все выкачивалось, выкачивается довольно быстро. Давайте еще чуть-чуть подождем, посмотрим, что как будет. Интересно. Да еще расположение орудий такое у каттера, их 7, а у Type 10 их может быть 9. Интересно. А если в компашке делать, то гораздо будет лучше и веселее. Ну, когда вы с другом встаете, пузо к пузу и вперед. Ну, короче, за 1 час и за еще 1 час мы подняли сколько? Чисто на ваучерах 28 почти, блин, миллионов. И очень странно все это дело как-то развивается, немножечко непонятно. Щиты держат, но прям чуть ли не на грани. При том, что это низкое, что очень странно. Естественно, смотрю я все это через Одиссею, все это делаю, но, блин, странновастенько. Плюс, ну, про усилки я уже говорил, 2 миссии мы выполнили, которые на 60, сколько там было кораблей, но вы их видели. Плюс еще 1 миссия на подходе, 8.63, это не та. Я говорил про эту, нет, не про эту, секундочку, там была... Да что ж ты все сносишься-то, а? Вот, 71 из 72 у нас уже есть, это по нулям. Тоже по нулям. По нулям. По нулям. По нулям. Ну а дальше, я думаю, точно такая же история. Не, в принципе, за ночь это все реально выполнить. Но, блин, ребята, тут так сильно бьют. Гораздо сильнее, чем раньше. Правда, с того момента, как я писал тот видос, я 2 ранга боевых апнул, если не ошибаюсь. Так что...
Я бы вам все же рекомендовал лететь сюда, ну, в компании друзей, как минимум. Ну, хотя бы, чтобы вас было двое. Ибо вот сейчас 33%, и это прям страшно. И еще непомерно лагает. Вот 18 кадров. 18, блин, кадров. А вот еще лям упал. И еще одну миссию, как раз-таки, получается, мы выполнили. В общем, заниматься этим, не заниматься, ребята, точно я вам не скажу. На свой страх и риск, на свою фортуну рассчитывайте, потому что, ну, прям жестко получается. Вот сейчас 36, часы довольно быстро восстанавливаются, но, блин, реально лучше вставать вдвоем. Два катера, два тайпа десятых, у каждого по истребителю все будет хорошо, но вы можете обратить внимание то, что истребитель тоже так нормально огреб. И, возможно, ночью он не выстоит. Так что, ну, все это такое странное получается. В общем, как я и говорил, заниматься этим, не заниматься, это ваше решение, но это приносит нормально так денежек. Учитывая, что за 2 часа по 15 миллионов в час, грубо говоря, только на ваучерах за 10 часов вы сделаете там, ну, большую сумму. И 3 выполненные миссии за 2 часа принесут мне 34 миллиона, плюс еще 30 миллионов, и плюс еще 30 миллионов 90. Слушай, неплохо так получается. То есть за 2 часа 90, сотка, 45 в час, за 10 часов полмиллиарда. Ну, как раз таки, лярд за сутки. Как-то так. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous. И это 393-394 видео. И, возможно, уже больше мы с вами не будем проверять заработок. Но, может быть, еще с вами посмотрим опалы бездны, ну вот ядра. Да, как-то так. Также будут... плейлисты в описании вас ждать, 21 плейлист на различные темы, структурировал примерно 1/3, 1/4 от всего то, что отснял, обзоры кораблей, да что ж ты будешь делать, топы кораблей, ну и так далее. Также будут ссылочки на Инстаграм, группу ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, что могли общаться друг с другом на различные темы. Будь то та же самая элитка, будь то хоть дотка, ребят, вообще никаких проблем. Не осуждаю. Также, очень важный момент. Моя фракция, точнее эскадрилья, получила минорку. И теперь у нас есть система. Если хотите вступить в нее, то... Да ты издеваешься. То вам в Дискорд, ребят, там все подробные, все описано, и правила, и эскадры, ну и так далее. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.